Здание манежа было построено в Звенигороде в 1830 году и считается самым старым кирпичным зданием в городе. Изначально оно предназначалось для соляных складов, затем его перестроили под непосредственно манеж и казармы. Специалистам предстоит воссоздать основания, фундаменты, кладки, ограждающие конструкции и распорные системы, конструкции и детали из дерева и камней, декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор. Здание манежа постройки XIX века отреставрируют в Звенигороде.